У него там какой-то заказ, короче. Я чисто за ним побегаю. Ля ты крыса. И побежалечки. Ой-ой-ой, вот там бези это страшно. О, дабл тычка. Ух ты, вот это башек. Короче, порог Луснагинга скатаем. Чисто. Он там сидит на чили. Отдыхает, вот я на третьем слоте. Поехали. Чисто сыграем. Порофлу. Просто побегаем за ним. Я просто хочу за ним побегать. Просто тупо в тупую буду бегать за ним. Короче, задача будет максимально такая. Так, это контент, короче, специально для бусти, ребят, поэтому. Поехали. Просто на фоне. Я побегаю у тебя к суету. Да вы забавили меня. Это будет забавная тема. Погнали. Каточку. Ждем. Ждем. Интересно. Че, у него там какой-то заказ, короче? Я чисто за ним побегаю. Не, дать. Не-не-не-не. Ни за кого впрягаться не буду. Чтобы там парни заходили, что-то слот выпрашивать. Порофлим. Порофлим чисто. Так, треки минусом. Я то блокану. Хотя, это же на бусте. Что там? Это же на бусте. Так, Санжарито. Так. Санжар закинул. Как обещал в чате, заигрался хмей. Спасибо, Санчо. Отдыши, дядь. Отдыши, спасибо. Красава, дядь. Спасибо большое. Так, ну что, погнали. Что-нибудь рандомним? Побегаем. Просто рандомним побегаем. Чисто за позитив, за рофлы. Ой, жесть. Чисто за позитив, за рофлы. Чисто за позитив, за рофлы. Тере-те-те-те. Так, ну что-то долго грузится, надеюсь. Опять не крэш какой-нибудь. Не надо нам крэши. Крэши нам не надо. Так, хорошо. Загрузили. Сейчас, секунду, телефон обработаю. О, он у меня в тиме. Повезло тебе. Повезло тебе. Нагинг. Жесть. Так, ну чё, го. Осуждаю, пятый слот, клоун.
Man in the sweet. Рак. Что-то там газанул, чел. Сейчас, что у него там за герой? Что у него за заказик? Что за заказик? И сегодня у него заказ, постараюсь максимально отработать на то, чтобы выполнил он свой заказ. Хочется красивую игру. Там, если что, на ценке побегаем по саппортам. Если что. Ребята поддержали. Отдельное спасибо Санжару и Рустамьону за то, что поддержали в этой каточке. Ну, как говорится, союзников не выбирают. Какой-то нагинг на четвертом слоте, какой-то ноунейм, не знаю, кто это. Ну, поиграем с ним, чё? Поиграем. Я посаппорчу. Хорошо. Если нет, дядь. Ага. Пиши. Алло. Мани! На стриме говорю. Я не слючаю, брат. Срал драла взяли. Жесть. Так, ну что, там что-то пацаны берут. Да, гоу. Лес соло СПС. О, шисп. Ничего себе. Шисп мид. Так, voice blood. Давай так сделаем. Шисп. Мидр. Шисп мидр. Жестко там что-то напикали. Напикали жестко, пацаны, на победку. Селедка, вивер. Ну, давайте не дадим им выиграть эту катку. Он в челленге пойдет. Какие-то, наверное, керри-слоты. Керри-слоты в какие-то пойдет. Люсьяну. Хорошо. Папе. Хорошо. Так, ну низ тогда пойдем. Нет, на руб. На руб. Центральный коридор можно пойти. И этот чел пойдет. Матершинник, интересно, на центр или нет? Поход на центр. На центр, походу. Долма. Будем долмой называть. Мани. Ой, мани. Ага.
Хорошо, что там зомбезия, да? Линезия, зомбезия. Нет, с тараканом уже минус. Тараканы вивера — это страшно. Подготовили лес специально, может быть, будет под стаки. Здесь с раскрутом, может, в тройку. Может, получится что-то там. Опа, здорово, подлаги. Мани. Зомбика, конечно, тяжело будет поддушивать. Фига себе, тут блокинги профессионал. Профессионал блокинги. И как направить? Невозможно. Так, вивер с шокучами, хорошо. Мои мани. Хорошо. И мы чисто ласхитуем тут профессионально, кошерно. Чисто погрызем. Тараканы сейчас будут. Кстати, могли и забрать, в принципе. Одна печка оставалась. Нам некуда торопиться. Пазы сделаю первым слотом. Скорости атаки тут будет хватать. Стандарт на 2-3 будем раскачивать. Там и там ДС страдает, просто жесть как. ДС страдалец тупо. Ребята, не забывайте подписываться на YouTube канал, на основной. Не забывайте поддерживать такие видосики лайками, подписками. Я буду очень благодарен, если будете поддерживать. Буду реально очень благодарен, потому что это круто, когда поддерживаете, это приятно. Не забывайте также других стримеров поддерживать, Нагинга-то в том числе. Будет очень хорошо, если будете на уважении, на респекте. Почему нет? Аккуратненько стоим. Не даем оппонентам экспу. Хорош, добил. Кстати, зомби такой, дамагу режет у меня. Дамагу режет очень сильно. У вас хитит все равно комфорт, в принципе, относительно. Относительно комфорт, потому что... Второй спел хорошо добавляет. Что там у нас по курьерам? Хочется фазики взять. И надо бы что-то поагрессировать как-то. Но тут хрен поагрессируешь, на самом деле. Лайн очень тяжелый, потому что с виспом тут можно так расфидить их. Очень жестко. Они тут с каждой минутой будут наглеть и наглеть.
Я, если что, на next закину. Я думаю, от крипов я отпампирюсь. Нормально будет. Скорость атаки так резко скаканула. Он, наверное, без виспиков будет, да? Да, 2-3 просто. Вивер вроде отошел. Сразу на ТП такой. Ой, бро. Нормально, фарм идет бодренько. Фарм идет бодром. Можно смело толкать лайн. Хорош. Жалко только. Висп не выжил. Значит, армлет сделаю. Ранний это будет ГГВП. Где-то 8-я минута должен быть с таким фармом. 8-я минута. Пока норм. Хорошо. И побежалички. Ой-ой-ой, вот там без это страшно. О, дабл тычка. Ладно, ничего не поделать. Жесть, у нас там курьеров. Эту куру возьмем. Я бы себе принес хелм бы. Либо взял бы. Но без вариантов. СТПхнемся. Блин, ну к восьмой тогда не сделал армлет. Если бы сейчас не сдох бы, фармил бы спокойно. Ладно. Отвратительный лайн. Тараканов сбивать, зомбиков, томбу сбивать. Даже тяжело. Тяжело. Блин, дождаться бы этого. Ресипи купим, да пойдем. Почти армлет есть. Можно будет душануть. 200 золота там надо будет. Не 200, 400. Хорошо. И сейчас в рейдж начнем выходить. Next level а это вкачка рейджа. 7-8, двойку хотя бы. Тамбу разбить. Хорошо. Стечочки, погнали. Нормально так покрипился, 60 крипев. Yeah.
Ладно, на базу слетаем. Нормально. Рейджи берем. Вот эту штучку возьмем. Пойдет. Вообще фул фри стою. Фул фри. Если импейла дадут тут, товарищ на Неруби. Там, правда, другие лайны проседают. Тэшку не очень хотелось бы, конечно, давить. Под тэшку не очень хочется. Сейчас, пусть выйдут. Чтобы больше времени было, больше спейса. Но опять-таки он может ТП нажать. ТП может нажать. Тэшку надо по чуть начинать колотить. Да не, мы тут не потянем. Надо уходить. Пойдет. Лина, дагер. Я могу ее забрать сейчас от КДшицы. Пойдет. Рейджа не хватает скорости атаки. Сейчас не хватает люто, прям чувствуется. Блин, этот вивер, это, конечно, жесть. Чисто таракан, бегающий по кухне. Чисто таракан, бегающий по кухне. Даггер еще надо будет взять. Я думаю, может быть, даже вторым слотом даггер взять. Сейчас посмотрим, тут и баш надо, и все надо. Ух ты, слот, да, смотри, какой, а. Давай вот этого хотя бы. Пойдет. Нормально. Хотя бы так. Рейдж тройку. Лина, Лина, Лина. Ой, как залагала вовремя. Дай тычку ей. Хорошо. Сейчас она быстро на хосте тут бегает. Двести маны. Да не, нет смысла. Томбу сначала. Там все остальное. Thank you.
Ладно. Я думал, он зацепится. Хорошо. Давай вот так вот купим, чтобы шансовый был. Вот так сделаем. Погнали. Жесть, у нас вся игра внизу. Вся игра внизу. Но зато интересно. Файты. Пойдет. Тэшку надо бы попросаживать. И жесть, не мороси, да? Давай, поехали. Там уйти не дагер, скорее всего. Уйти не дагер, скорее всего. Да, уйти не дагер. Дагер. И норм. Нифига, вот это мощь сейчас будет. Там дагер, дядь. Ты. Ух ты. Вот это башек. Видали башек? Найс. Чел сразу с первой тычки. Жесть. А, у нас у нас мидера нету, да? У нас вроде ДС есть. БМчик. Мне бы, я бы такой бы стянулся на другой блайн. Ну, такое себе. Вивер очень больно бьет, на самом деле. Очень больно бьет. Ну, внизу вся суета просто по КД. Сейчас мы, короче, знаете, что сделаем? Нам надо вообще под треками. Треков нету. Треки надо. Просаживаемся. У нас мидера нету. У нас мидер там написал. Мамку твою там и поехали. Тут тяжелое будет. Мы справимся, думаю. Но Тинис Лордар, конечно, тяжело будет. Слишком много спейса отдается в стейм АФК. Я сейчас дагер возьму, чтобы нападать можно было. Пойдет. Мне главное, чтобы ответственный момент не залагал, я считаю же. ДС, если на меня щиточек кинет, будет офигенно. Но next какой-нибудь на скорость атаки артефакт. Тупую. И душить. Ух ты.
ты. Хорош. А ты думал, Башек первым слотом думал, для чего покупается. Хорошо. Главное, Тиника там разгрызли. Есть центричок тут? Сейчас откатится. Их же есть. Но я сдохну, скорее всего. О, найс. Как я пережил, не знаю. Ничего страшного. Блин, зомби постоянно ставит томбу в этот хгшку. Тяжело из-за этого. Треки, братка, надо. Давайте молнию дефолт. Молнию дефолт. Баш где? Хорош. Но баша не было, но забрали. Хорошо. Он там бегает. Нормально, нормально. Пойдет. Нормально душим так. Мне главное еще, знаете как, он в рейдж не может дать тизер. Но может дать, когда я уже рейдж нажал, тогда уже нормально можно все нажимать. Немножко тяжело. Можно побайтить тут, не знаю. По-любому кто-то придет. Ульта у меня есть. Укусили немножко. Баш так прогнен. Я вообще могу сейчас абиссал сделать такую.
хорошо. Я, наверное, Abyssal сделаю для Вивера сейчас, ребят. Наверное, вон ДС с Атосом. Прям нанизу. Дефнем. Гоу-гоу-гоу. Пик его просто и все. Один из девять, говорит, бегаю, играю. Гений. Безусловно, братка. Я уйду лучше, пойду порегенюсь. Скорость атаки еще возьмем какую-нибудь. Скорость атаки. Пойдет. Расконтрили хорошо. Мне фидить нельзя, потому что у меня стрик идет. И немножко будет плохо, если я нафижу еще разочек. Там сейчас надо будет взять какой-то вижен. Виспа не отдавать, и все будет огонь. Испании отдавать, если будет огонек. Гемго. Гем, если возьмет, будет хорошо. И можно по чуть заканчивать эту игру. Блин, мой интернет, конечно, это царская вещь, на самом деле, потому что это ужас. Давай не мороси. Главное во время армлет гейминга так. Не это, не залагать. Видите, периодически лагает. Пойдет. Так, это ж у меня соло курьер, правильно? Гоу Рошана заберем. Сил так, но нужно вот этому пацану помочь.
Что ты меня так душишь? Ладно. Вивера раскидал, но дальше. То есть у нас тут телепорты нафиг. Контроля не хватает немножко. Я чисто как новогодняя елка. Веспа не отдали там хорошо. Хорошо. Нагли и МХ. Нагли и МХ. Нифига себе, что дота. Что-то фигню сделал какую-то. Блин, канул. Вардик. Топор, топор, топор можно. Но сейчас тут вылезем, я думаю. Сгрызу. Тиника или... Ну, тиника тосать может. Это очень плохо. Рейдж есть уже. Тиник Лотар сделает, тяжело будет прям. Но боюсь, мы тут прям именно по моему демеджу будем проседать, поэтому я делаю Буризу. Буризу сделаем. Буриза, потом, возможно, еще и сделаем что-то типа допом БКБшки. Хотя не факт, они просто кайтить будут. Может быть, просто сделаем манту, может сию. Чисто нужно будет, ну, что-то как-то импровизация. Импровизация нужна будет какая-то. Товара спушены. Эзермека. Блин, у меня нету ресипи, что ли? Жесть. Да ладно, я не покупал ресипи. Сейчас Буриза уже на базе, в принципе. Может быть, что-то в ХП сделаем. Потому что там Элина чистым бьет. Лина чистым бьет. Блин, я шкуру закрыл. Как они этот... Меня положили там все. Скуры арте. Забери, да? Сейчас Буризой прям оплеухи будут лютые. Пару тычек, до свидания. Но надо идти, надо заканчивать с ними. Надо гангануть. Сентри, гем. Вижен нужен. Так, артефакт. Я сейчас тут подбайтят, я прыгну, если что.
МКБшки, что ли, рисуются? Там промахи на вивере, Радик. Просто крит вылетел, чел офигел просто. Критолик? Хорошо. Просто критулька вылетает нормально. Вивер чуть поближе подойдет. Я прыгну. Их ошибка контроля. Но я закосячил. Первая ошибка за игру. И такая, которая может стоить игры, потому что, блин, я сейчас на самом деле люто недоконтрил. Прям жесть. Очень жестко недоконтрил. Слэйр хорош. Трек. Да, держись, конечно. Интересно, сколько надо фрагов дать здесь? Будет. Я некстом тут, наверное, МКБ-ху сделаю. Шарт МКБ. А там гасты, жесть. Гасты. У-у-у, это жестко. Это жестко. Кто за донаты? Нифига себе. Санчоус. Честь Вивера Высера 55 Сизика. Два пного автобота, который не видит хуя. Который просирает Дикею и бьется с крипчанскими. Посвящается сей треп. А, жесть. Всегда готов. Сразу несколько котов. Тоже Санжарита. Всегда готов. Все, и хатка закончится на этом, да, наверное? Да, собачку подари. Это чисто посвящается Виверу. А на 10-м слоте парень. Говорит чисто. Блин, Буреда офигенно заходит. Криты по 1100. Считывается очень люто. Ай, крит, жесть. Не-не, я закину Ахмика, сарь по-любому, ребят. GG.
Ну, вот такая катка с небольшой интрижкой была у нас с Нагингом, ребят. Ну, как говорится, не забывайте поддерживать других стримеров. Спасибо всем, кто посмотрел на Бусти эту каточку. Ну и, конечно же, спасибо Нагингу, что не отказал. Дал зайти сюда, как говорится, к нему на стрим. И сейчас поддержим его, закинем ему донат. И норм. Закинем донат ему 1к. Хорошо, вот так сделаем. Отправим. Не буду я, у меня время. Здесь тречок заканчивается нормально. Рустамьон, друг, я 1к скину Нагингу, по-честному. Он бесплатно слот дал, так не пойдет, надо. Все, давай, Ксим, спасибо, мне ничего не надо. Все, закинул ему. Сейчас придет. Все, nice of roll. Собачку подари, камон! Лови. ТГ, у меня ТГ в описании. Я не собираюсь турниры там и так далее проводить, мне это не интересно. Все, давайте, доброй ночи, всем спасибо. Эй, не вырубай, не вырубай, сейчас донат залететь должен. Там задушил Женя, остров задушил и... Сейчас залетит донат, ребят. На донатили, короче, нормально, плюс... Да не надо было, Ксен, зачем? От Рустами Йона Хена. Тут же ты, конечно, карту свою скинул, но я этот момент не понял, но мне жалко, конечно. Спасибо. Ну, мог не закидывать, честно. Да, не, закину от души чисто. Мне сегодня нормально закинули, мог не кидать донат, конечно. Чисто от души, ребят. Ну что ж, на этом наша небольшая вылазка к Нагингу, можно сказать, окончена. Не забывайте подписываться на YouTube, не забывайте ставить лайки в ютубчике. Не забывайте про Boosty, про ТГшечку, ребятки. Ну и на этом все. С вами был Ксаназа, и до скорого. Всем настроения.